Одинцовские единороссы обсудили план работы на первое полугодие 2023 года. Встреча прошла в штабе местного отделения партии на Можайском шоссе. Как сообщил руководитель партийной фракции в окружном совете депутатов Вячеслав Киреев, стратегически важной задачей остается исполнение наказов народной программы. Также местные единороссы продолжают контролировать ход строительства социальных объектов. В их числе школа на 2200 учеников в микрорайоне Гусарская Баллада. Вместе с детским садом на 400 воспитанников она станет самым большим образовательным центром в Подмосковье.